Дабл Хаббл, капучино. Вообще, машин почти не осталось. Значит, меня не выкинули. А, вон туда можно выезжать. Вон она что. Теперь понял. Три въезда. Это что такое? Лесоварка, что ли? Чиститель воздуха. Нормально. С дверью. Ну все, let's go. Солнце почти вышло. Арбузы продает. Как мантру читает. Бодрое утро. В общем, сейчас едем типа в Кванджу. По-моему, Кванджу. Там этот целый квартал здоровенный, древние, корейские, в общем, там, как они, ханок, да, дома называются. Ну, в общем, национальные эти дома, но там в них расположена, короче, это не деревня, а в них живут. Там и магазины, и гостиницы, и жральные. В общем, там потусим, посмотрим там. Короче, заехал в Home Plus. За перчатками. И что-то меня уже это, я замучился завязывать этот платок вокруг шеи. Я там видел такую типа банданы. Вот. Сейчас куплю банданы за 4 чоника и поеду. Хотел заехать на самомой по дороге, помыть. В общем, объездил. Там такие самомои. В общем, они это. Но они не самомои, а это мойки. Там сидит Хунгук и со шланга, короче, моет. Штук 5 таких проехал мимо. Ну, блин, не со шланга, конечно, но. Я хочу сам помыть. Вот, еще диски отмыть. Завтра, наверное, будем резину менять. Я пришел куда-то надо. Что-то я вот в прошлый раз заходил, и я не видел касс самообслуживания, как будто их не стало, что ли. Реально нету. Но это может быть именно только в этом магазине. В общем, типа, короче, сам бери, сам неси. И стиральные машины, короче, по 5 косых баксов продают. Прикольные. Вообще, вот у них сейчас мода, вот эти черные дверцы. Плоские. Всякая шляпа. О, смазка.
общем, припарковался возле забора. Прикольная тема. В общем, вот эта вот секция, вот это вот целиком. Потом, она вообще сделана вот из этого. Даже не обожженная, а получается из цемента делается. С песком, с камушками. Там идет вот такая, потом два слоя, сверху вот это. А внутри, ну там видно, там, короче, что-то такое. Тоже цемент. В общем, прикольно. Но очень тяжелая крыша, я представляю. Забор-то тяжелый, а крыша вообще тем более. Нафиг она такая нужна? Это у японцев, видимо, переняли. Это просто сколько слоев? Вот 5 слоев плитки. Да. Сейчас взлетим, посмотрим, куда идти. Ну, в общем, припарковался возле какого-то детского сада или школы. Дети пищат. Вот он, из чего сделан, из глины, еще и усилены. А вот я лагу улицу. Вот я лагу мо. Пьюмо, мусинунгу, мажунгу. Решает, кто будет убирать первым. Все инструменты. Прикольно, прикольно. Мне нравится. Вообще прям. Современно, конечно, но что-то тут и есть. Этот добрый дух обитает вообще место. Чувствуется энергетика положительная. Это не видит вот такое вот старое. Обязательно снимать обувь. Вот бабушка пришла работать, отдохнуть. Вот, сняла и отдыхает. Домик для медитации. Ах, как вкусно пахнет. То ли донкасы, либо кимпабом. Либо, ой, даже не знаю чем. В общем, какой-нибудь косы или куксу.
Ну что тут вот завлекающе, очень вкусно. А-а-а, бульгогами пахнет, понятно. Бульгогная. Можно арендовать этот мотоцикл, покататься. Ну, район очень большой. Сейчас прогуляемся. Вообще это типа перекресток, а-ля бульвар. Тут я опять, короче, анде-анде. Голод переходит, дорога вообще, как будто тут так надо. Поехали на машине. Вообще к такому толкучка должна быть. Она же должна толочь. Там пшеница или рис. Она так просто брызгает, и все здесь какая-то толка. Это все же пахнет какими-то выпечками. Кей-поп. Еще что-то под каких-то нацистов косят. А этот пытается кого-то застрелить. Ну, ханбок он такой, это широкий, красивый. А мужской, но он с вышивкой, да, он, наверное, даже дороже за счет этого, за счет вышивки. Блатной такой. Ну тоже костюмчик такой жиденький. Летний вариант чисто. А вот поэт. Более цветастый вариант. Там вообще их целый салон. Ну мимо пройдет. Вообще такой забор. Вот. Блатной и ресторан, просто какой-то крутой мега ресторан, в котором нельзя снимать. Я забрел в какой-то тупик, думал схлестнуться с каким-нибудь корейским самураем или бандюгой. Современность берет свое. Крышу увеличили. Зоопёрк, город-герой Чунчу. Сейчас пойду смотреть на леопардов или еще на какую-нибудь живность. Вот он, сам зоопёрк, чем-то на киевский похож. Вот. Смотрите, вот здесь это получается. Там даже медведи, наверное, и куалы. Билет вообще копеечный, трёшку стоит.
Ой, совсем забыл, в отеле в холодильнике были соки, воды. С собой забрал. Сейчас буду это. Они ж сахаром. Все сахаром. Слоны. Я хочу обезьян подразнить. Леоперды, третья, уточки обязательно. Все это астрал. Бегемоты посмотреть надо, это однозначно. Ну и в принципе все. Значит, вот так кружочек дадим справа. И адиос. Ух ты, можно заказать фото с животными. Нормально. Ничего себе тут прайд. Лев, настоящая львица и лев. С яйцами. Они, кстати, слышат. Ничего себе, это такой формат, подходишь вообще, смотришь. О! А тут вообще в полный рост сидишь. Какое унижение для льва. Какая у него грива, жесть, это же вообще жарище. О, она вот. Сейчас вот температура вообще нулевая. Там может двадцатка. 22 градуса. Май. А для него это вообще просто уже жара. А в саванне как вот 40 градусов. Вон он, бедняга. А вон крокодила. В общем. Я отхожу, а у него глаза типа не шевелятся, типа бревно. Ну-ну. Ну, вот такой вольер. Сейчас рычали, короче, там кто-то, в общем, леоперды. Вообще страшно. А в подсознании. О, питон. Опасный питон. О, вот ему это покушать. Отдавали ему покушать. В общем, там кого-то кушал. Сейчас леопердов возьмем, смотри. Это, короче, медведь так орал. Он, их там двое. Вообще такие вопли были. Аж прям на подсознании страшно было. Он играется с веткой. Маленький еще. Да, бедняга. Посадили в тюрьму на обозрение. Уже что он будет прыгать так? Фига туша. Килограмм 200, наверное, 150. Маленький, маленький. Где-то метром. Метр. Даже меньше, наверное. Малыш. Подрал вообще все. Ой, ничего себе, кабан прям. Аж трясется, жир аж трясется идет. Обалдеть. Вот. Вот и леоперд. Нифига. Ну, кот дикий, конечно. Ну, вот так вот. Приморский, наверное, наш мальчик. Пепперный театр. Выпускать надо. Как он может вот так вот сидеть, лежать? А вот эти вообще, походу, маленькие сами по себе. Их чисто вот леоперд жрет. Но это... Вон два взрослых. Может, 40 сантиметров, эти по 25. Что там делают? Взросляк вон там. Вот Паша, короче, ходит. Написано «бразильская обезьяна». Ничего себе у нее. Прикольная. Они такие спокойные, тихие. Но если что, могут сожрать кого-нибудь, это точно. Какие вообще миниатюрные, сантиметров 20, наверное. Ну, занятие. А это вообще маленький тут стоит. Говорит, выпустите меня. Я сюда неправильно, ни за что не попал. А он свой хвост чистит.
О, прикольно. Смотри, какой маленький. Вчера чистил как много тут. Я знаю, как приманить обезьяну. Ну чё ты? Чё ты жвачку готовишь? Ну давай плеваться, да. О, петух там ходит чисто в качестве еды. Хотя нет, там еще второй. Вообще здесь вон орланы живут. Трое. Они живут просто сожрут. Чуть у них шея поворачивается. На 270 градусов. Выпустите петуха, он хочет на свободу. Должны были быть бегемоты, а их нет. Но есть только слоны. И вон мекает. И уток не было. В общем. Сегодня у них подстроечный день. Хреново. Вот они где лежат. Миссия выполнена. Ничего себе у них рожи. Рожи и жопы. Вообще прям. Жирный такой, как свинья вообще. Цветочками пахнет тут. Чей-то огородик. Прям на выходе. Ну все, будем выбираться. Такой парк, в общем, зоопарк. Не особо вонючий. Мне понравилось. В общем, приехал я в Кукумбер. Я тут, короче, обращаю внимание, вот висят вот такие шляпы. Вот первая. Лампа горит. Это электронный убийца насекомых. Вот они комары. А вот второй, он покрупнее. Это для мух. Вон они внизу скапливаются. Прикольные. Смотрите, как он действует. Можно за пальцы сломать? Время 3:30. Только обед. Еще я взял вот такие вот. Ну как сказать, в общем, пирожные с кремом. И карамелью, и кимбап с сосиской. Опять от дяди Пака. В Кукумбер заехал. На этот раз Кукумбер. Ой, видон, конечно, пипец. До этого в 7-Eleven заехал. Там не было дошираков, и здесь не было. Что, уже все сожрали. В общем, я приехал. Ну, якобы в Нонсан. Но на самом деле это что-то между Иксаном и Нонсаном. Столько католических церквей здесь. Это просто пипец. Прям со шпилями. Вот я только сейчас вижу 5. Причем вот та вон самая дальняя. Очень похожа на ту, которая горела во Франции. В общем, здесь такая возвышенность каменистая. Вот, очень интересная. Сейчас мы на нее поднимемся. В общем, она вдохновляла, видимо, очень много корейских известных во всем мире поэтов. Вот, сейчас пройдемся. Я уже полетал красиво здесь, конечно. Вот туда надо идти, там большой камень и обрыв. Тоже такой каменистый. В общем, какое-то древнее дерево. Старое. Возле которого все и происходило.
Супер камень. Это походу что-то очень мощное написано. Окнёдон. Ой. Бум. А вот это может быть и хэ. Хренов знает. Окнёдон. Окнёдон. Обалдеть, вот это дерево. Что с ним стало? В общем, если ваша жизнь говно, вспомните об этом дереве. Ну реально, прям сейчас ствол, наверное, вчетвером не обхватить. Какой-то дуб, баобаб. Если там уже вот на этих камнях стихи читают, пойдем послушаем. Приехал я, значит, вот в такой парк. Территория, конечно, тоже большая, там хайкинг, все дела. Но больше всего привлекает вот этот вот мост, как бы подвесной, пешеходный. Сейчас вот пойдем по нему прогуляемся. Особо можно не торопиться. Спешить некуда. Всего лишь 5:30. В 8 заходит солнце, еще 2 часа. Сегодня я заказал просто шикардосную гостиницу за 30 чоников, которая обычно стоит 130. Ну, это, грубо говоря, за 100 баксов гостиница. Я не знаю, что там, как там. Будем смотреть. Фоткам. Все супер. Ну, очень удобно. А ночью подсветка горит. Получается, вот элементы заряжаются за день. Вечером совсем другая подсветка. И вот здесь вот тоже получается тоже на боковушках. Каждый, наверное, там 10-й столбик тоже подсвечивается. Вот. Классно сделано. Главное, чтобы мост был открыт. Вроде как 5:30 работает, сейчас 5:30. Так вот, что из себя представляет вот это озеро, это дамба. Какая прикольная. И тут камни. Вода пробегает откуда-то непонятно, но если там волнорезы. Там дорогу, мост делают. Или мы еще какой-нибудь пешеходный или еще что-то. Подымемся, посмотрим.
закрыт был въезд, не знаю, хоть бы это был во въезд, ну, не в парк, фиг знает. Что-то странно, 5:30 парк закрывается. Когда это было такое? Номер 405. Я с пакетом пришел. Если на ресепшн не хотите подходить, можете через доску зарегистрироваться. О, всякие причиндалы. Мне вчера в пакетике выдавали. Ресепшн. Шаурин китайский. Четвертый этаж. Номер за 130 со скидкой за 30. Вот такое есть зеркало. Офигеть. Вот. Сортир, ну, новый, но он не это, не электронный. Мне как бы такие не нравятся. Надо, чтобы подогревало. Ну вот. Беспроводная зарядка есть внутри. Вообще постель все шелковая, шелковые эти принадлежности. На телек 55 дюймов, бесполезно. Ну и вообще как бы такой ремонт свеженький, может пару лет. Окно пробовал открывать, там вообще ничего. Можно что-нибудь заказать. Бар. О. А я даже не смотрел. Тонер, лосьон, набор, полотенце, сейчас сразу возьму. А есть большое полотенце, потому что, во, ништяк, потому что кладут маленькие, два полотенца и гуляй, Вася, а это сейф, понятно. Хм. Круто, чё. Ладно, пойду я. Там всякие дела делать, ну и сенсор на этот. Пока разберешься, как все включать, это просто жесть. О. В общем, ванна включается слева зачем-то. Потолок такой этот, акриловый. Хм, прикольно. Ну вообще, я... И кожаные тапочки. Тут кожаные, а тут нет. Но я уже в обуви хожу. Да тут чисто везде, тут вообще ни пыли, ни грязи. В общем, даже пульт от всего управляет, и кондёром, вот, кондёр включается, включается, свет, короче, надо что-то, а как его включить, суть не в этом, и телек даже еще,
TV 4K Ultra HD 60 Гц. Ну что, заехал вообще, я был у дилера. Выспался сегодня вообще прям офигенно. На шелковых перинах. Я не вру. Шелковые перина были. Короче, шелковый пододеяльник такой тонкий, такой вообще офигенный. И одеяло тоже. Все корейское, в общем. Корейская это фирма. Я сфотографировал там. Фотографии есть. Это просто обалденно. Я хотел домой такие. В общем, приехал в МАК. Да нифига, у них тут парковка такая здоровенная. Ну вот. Сейчас пойду жрать картошку, мою любимую. Сейчас сегодня 2 число. Сейчас 11:11. Там очередь пипец. В общем, к часу сказали, приезжай, поменяем резину. Готов лаве, говорят. И попайдовый. Не джинс, рекомендуют вам. Хотя по их униформам не видно, что они здесь едят. Разводка чистой воды. Still thinking? Yeah. В общем, спешлы, макланчи и все остальное. Готовьте ваши воны. Привезли резину. Причесывайте сервис. Еще один. Трансбокса в общем забрали. Поменяю, посмотрим. Вообще тут, короче, поток целый. Я утром приезжал, посидел опять мотоциклистов. Две голды стояло, сейчас голду закатил. И куча вот таких вот мотороллеров. А вот голда вторая черная стоит до сих пор. И вот этот тоже красный стоит. Короче, вообще ремонтируют. Парни, молодцы. У них тут магазин есть. Продают. Ну, шлемы, шои, конечно, не продают, но там LGC где-то были. Но в основном, я так понял, они в своих шлемах ездят. Дот. Что тут еще? Да, Дот. MDS. И все вот такого типа, ну, полуоткрытые. Ну, такие всякие разные. Ну, естественно, Honda. Вот, я тут, поношенные, короче, бушные эти куртки продаются. Я смотрю, мне ничего не понравилось. Мотороллеры вообще всякие разные. С корейскими даже надписями. Может, завод есть в Корее. А здесь вот стоял этот, мне очень понравился. Skyway. Ну да, его нет. Там даже был не Skyway, а... Это что, PCX? Это FCX уже. В общем, здесь вот стоял. Ну, тоже как PCX, только больше этот PCX. Типа маленькая голдишка такая, прикольная. Это вот голда уже 21 года, Adventure стоит. Черная голда на продаже. Хотя видно, что это беганая. А может, чья-то стоит. Хотя фиг нет, это в штате такие идут. Платформа. Мне кажется, это чья-то. Ну, прикольно. О, даже эти кофры есть. В общем, всякие аксессуары. Я вот у них брал смазку. Потому что больше негде вообще. Ну что, я проехался буквально вот километр. Резина новая на 25 тысяч, короче, пробега. Мишлен.
общем, выбор пал на шиктан такой, типа а-ля Макдональдс. Вот такую доширак заказали. С лимоном, вообще свежий, свежеприготовленный. С желтым рисом и яичком. 9800. Просто обалденный, запах обалденный. Taking it further than anyone. You tell me you got this, but I miss.
В общем, приехали к Шиину. В общем, мы там Шиин, и там же Инчон и аэропорт. Подбираемся к Сеулу. Сегодня приехали вот на такую вышечку. Сейчас туда залезем. Ну и тут парк вообще как бы прикольный такой. То, йоги-дёги. В общем, сегодня план такой: проехаться по Инчону, заехать в Гимпа. Короче, проехать через Сеул, наш любимый сраный. Ну вот. Прокатиться, может, там по Канаму. Я не знаю, там, наверное, пробки. Я сейчас посмотрю, где можно прокатиться. Туда выехать, короче, на DMZ. И где-то возле Сеула подыскать ночевочку. Вот. И завтра с утра тоже проедемся вдоль DMZ. Я не знаю, как там взлетать можно, нет. Ну, в общем, посмотрим. Путешествие началось. Осталась последняя неделя. Заедем в горы. Проедемся там, что какие точки остались. В принципе, все проехал. До Пусана там вообще ничего смотреть, ничего, никаких точек. Вокруг Пусана ничего нет. Может быть, что-то есть, но я вот все, что вычитывал, я не нашел. И середина, вот тоже ближе к середине, со стороны Пусана тоже ничего нет. Смысла куда-то там, если будет время, я, конечно, поеду вдоль моря, что-нибудь там посмотрю. Но останавливаться, смотреть все, что вот есть, досконально, времени нет. Да вообще все смотреть времени нет, это надо жить здесь. А так вообще, как бы, очень большая страна, очень все, как бы, ну, очень густо все сконцентрировано, всяких развлечений очень много, и особенно ходить, время тратить, есть на что. По идее, по-хорошему, так вот, если реально, как в отпуске, да, расслабляться. Нужен бюджет. Ну, как бы, вот мой бюджет нормально. То есть 100 тысяч в день, это вообще, это с бензином и очень какой-то хорошей гостиницы за 60. Это прям будет отель хороший. Вообще даже не заморачиваясь, любой ближайший заезжаешь. Ну и там поесть, там, либо в Шиктане, либо там доширак какой-нибудь схавать. Никакие парки, ничего не платится. Парковки. Сейчас вот заехал, выехал с парковки платной. Мимо шлагбаума. Гудбай. Пусть ищу что. Да просто там человек не сидит и автомат на меня не реагирует. Задать назад я не смог, потому что наклон. Я на мотоцикле заехал. Ну, а выехал, там пространство хорошее, большое. Ну, поймаешь, заплачу штраф от безысходности. Принципиально ничего такого это не совершаешь. Переходишь на пешеходном переходе, как положено. Не дай бог поймают. Сегодня только полицию видел раза три, наверное. Ну, в общем, оказалось, это все в этом вот постройка и дамба. В общем, это приливная энергетическая установка. Затвор во время прилива открывает, во время отлива закрывает и получает энергию. И там вот, получается, стоит вот танкер, вот, LNG, то есть сжиженный природный газ приплыл со штатов. Шива. Значит, что вообще непонятно. Эйлума? Что знак это? Сейчас посмотрим, вообще там. Это поход бесплатный. Лифт только на 10 персон. Я, наверное, последний очередь. Так, сюда 10 лагерь. Главное, не смотреть вниз. Короче, если хочешь вниз, вообще сразу. Знаешь, что и так, что? Нет, детям-то не страшно, детям вкусно. Ладно, вниз не смотри. А так вообще.
Подумал, возьму я пекин в клетку, но она типа на двоих идет. Если что, не сожру с собой, возьму. И вот этот вот джанмен, короче, 58 рублей сейчас отлетит. Но зато настоящий шеф-повар готовит. Это не хухры-мухры. В общем, принесли чаджанмен, утоку, зелени. Но этот не так много, грамм 300 может быть. И показывают, как надо есть утку. В общем, это хлеб, туда соус, утку и все остальное, и ешь. Сейчас буду хавать. Короче, еще принесли суп. Я не знаю, утки идет или нет. Там целый бидон. В общем, я не съем это все. Я хотел чаджанмен и утку туда попробовать. В общем, вот так вот она заворачивается и хавается. Ну ладно, посижу, значит, пару часов.
We're like rebels on the scene. Watch me push and sway. We're like rebels on the scene. 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 Watch the people pull and sway. Thinking of me,
Применил все знания корейского языка на ресепшн. Он меня даже не понял, сказал. Вот такая зона обеденная. Вот, есть кап, кофе есть. Даже лед есть. О, ледогенератор фигачит. Ничего себе, Magic Chef. Вообще чую ее. Даже комп включился. Телек 50 дюймов. Nex. Фирма Nex. Щипчики есть, в общем, тут полный набор, постель не шелковая. О, даже этот умывальник с этой стороны. В общем, вот такие вот такие фасады. Я не знаю, как во время пожара спасаться через окно. Холодос. И вот такая вот уборная. О, гречку собирали. Дядя Пак. Короче, хожу-брожу, ищу, где, ну, типа, моты там вся фигня. Паста, риб, это ресторан. Тапочки надо купить, и тут такая фигня. Диски затачивают. Не знаю, для пилорамы, для что это, для металлообработки. Диски, в общем, точат. Офигеть, ничего себе. Тут, наверное, такой шум стоит, что вообще поступит. А это вообще этот ЧПУ
стоит. Офигеть. Ну это, наверное, тоже просто открытый ЧПУ. Обалдеть. И офис. Офиса. Нифига себе, они вообще всякие разные пили. Прикольно. Вот это бизнес. Вот это бизнес. В общем, небольшое обламинго вышло с DMZ. Работают только до 6 вечера. Я приехал там в 6, короче. Даже без 10. Стоят два автоматчика и говорят, давай типа завтра приезжай. Сегодня уже все. Вот такие вот ворота, это типа нормальное. Это вот такие вот ворота у них во всех отелях более-менее приличных на парковку. Я сейчас приехал на парковочку. Деревня, деревня. Называется типа Гимпо, но на самом деле это... Ну да, Гимпо, короче. Вот. Один. Простое, короче, Гимпо. Из чего они? Из резины. Пойду в лобби.